Современный специалист без знания английского языка проигрывает в конкурентной борьбе за престижное место работы. На кого бы ни учились наши молодые ребята, требования 21 века – коммуникабельность, причем не только на родном языке. Важным условием карьерного роста становится знание английского языка, так как профессии в мире меняются очень быстро. Появляются электромобили, не уступающие по своим характеристикам обычным авто. Мобильные телефоны украшают бриллиантами, электронные копии бумажных документов размещают в облачных хранилищах. Здравствуйте, меня зовут Войтко Евгения Владимировна, я преподаватель английского языка в политехническом техникуме номер 13 имени Павла Овчинникова. Время делает юношей и девушек более самостоятельными, принимающими важные решения, от которых зависит успех в работе и карьере. Именно английский язык – инструмент, помогающий ориентироваться в меняющихся условиях жизни, быть на коне. Я знаю Евгению Владимировну Войтко вот уже 2 года. Могу сказать, что это прекрасный специалист, очень хороший коллега. С детьми у нее всегда налажен контакт. И, соответственно, дисциплина хорошая на уроке. Отсюда и успеваемость детей. Педагог – это уникальный человек, который всей душой находится в работе и тем самым делится своими умениями со студентами. Границы профессии стали тоньше. Электромонтажник или автослесарь будет обслуживать электрокар. Ювелир или радиоинженер будет собирать золотой смартфон. Бумажный или электронный документооборот и его программное обеспечение должен знать работник архива. Евгения Владимировна, наш педагог по английскому языку, очень замечательная женщина. Ребята у нас, конечно, глухие, слабослышащие. Она внимательна к ним всегда. Объяснить урок хорошо, так как им трудно с английским языком, но она старается. В нашем техникуме обучаются студенты с ограниченными возможностями. Им помогает сурдопереводчик. В их будущей работе им придется пользоваться иностранным оборудованием, технологиями и импортными расходными материалами. Определенный лексический минимум английского языка им просто необходим. Я нашла себя в профессии и считаю, что мой долг – помочь молодым добиться успехов как в профессии, так и в общении.